Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзорчике будет Урал 375 для версии 25.12.15S. Чистим кэш, запускаем. Лицензия это стимовская с Pentairus. Вот, видите сами, 25.12S. Так, настройки. Звук сделаю потише. Чтоб не было мыла в кабине. Четко читались панельки, надписи. Вот видите, ставим здесь максимально. У нас убираем, скриншот будет делать, у нас получается скриншот получается без таблички. Применить, игра сетевая, убираем галочки. Это с картами модами создаем комнату, будет у нас допустим побережье. Сворачиваем игру. Так, теперь с архива извлекаем машину. Заходим в папку с игрой. Здесь будет папка медиа. Копируем все это дело. Вставляем. Это в Steam в игре, видите, папочка медиа. И возвращаемся обратно в игру. И данный автомобиль, видите, уже здесь нарисовался. Сейчас подгрузит. Данный автомобиль играет в мультиплеере. Вчера мы проходили карту с Виторганом 171 с Данилом Рассеевым, Палом Каблуком на данном автомобиле. И все. Если у друзей у вас также все закинуто, то они присоединяются к вам в комнату, и вы совместно играете в мультиплеере. Так, заводим. Правда, текстурки там никакие. Это видно косяк конверта. Ну, в принципе, ничего страшного. Так, пройдем по аддонам. Что-то такая цистерна. Стопы горят. Там цистерна. Перевозится на 3200. Солярки у нас. В основном прописан весь дефолт. Бортовая. Платформа. Платформа лесовоза с распусками коротким и длинным. Автономка. Топливная цистерна, маячки, запасное колесо. Это открыто запасное колесо. Например, под вот такие колеса можно поставить запасное колесо. Сюда. Будет так вот все выглядит. Не надо. Гаражные части, ремонтные части, мини-цистерна вот такая. Идет она вот 2 тонны солярки. Солярные бензина. Все прицепы, тележки. Подогнана ровненько. Видите, все красиво. Телега не где-то рядом едет. Конкретно за ухо прицеп. Опора с краном. Так, есть у нас еще защита кабины. Также еще присутствует тут у нас с машиной установлена Орландо. Все тут тоже достойно. И
так выглядит все. Так, по колесам это идет стандарт Урал с Урала 4320. Это 4320 10 колеса. Если дефолт у вас установлен с воркшопа, то это все будет отображаться здесь. Такие колесики. ДП это, по-моему, колеса. Полные крановские. Статоры. Шины низкого давления. Увеличенные. Все, в принципе, все тут как положено. Груз грузится однозначно, могу вам сказать. На автоматической погрузке. Даже надо было нам делать не так. Сейчас давайте я выйду. Главное меню. То есть ничего у нас не теряется, мы в том же самом мультиплеере остаемся. Сейчас просто поставим два Урала. Я вам покажу, что реально все там работает. Фонарики-то фиг. В одном и на втором.
Пожалуй, реально работает на теплые. Можно не переживать, а то что делать? Погрузка по симуляторе. Загрузите дрова, тут дрова привязаны по ходу к самому автомобилю. Поворот, поворот, до поворота, как шаланды сортированы. Вот это ограничено, то есть аккуратненько едем. Дальше не заворачивай.
обратно привет к машине. Такой обзорчик, ребята, по Уралу 375. Качайте, играет в мультиплеере на последней версии игры. Наслаждайтесь игрой. Подписывайтесь в группу, на канал. Всем удачки, пока.